jakiś paladin, yeah, loading. Dobra. Hej, cieszę się, Marko, wszystkich ludzi z tej strony. Ej, w tecie kolocinko zagrajmy w... Dobra. Filmik jakiś, kobieta jest jakaś. Niedurno, prawda? Pierwszy raz lecisz. Nie. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник прототип? Его еще модифицировали. Оружейный лазарет, изолятор. Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дрелью ткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик, да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшении? Позже, покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. SMI. Стратегический многоцелевой интерфейс. По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через Апсат, если ты на Земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить. Спасибо. Jakieś biuro dowodzenia, nie wiem co to jest chyba. O, dobra, nie. Mam kontrolę nad swoim ciałem, yeah, to jestem ja. Hej, Sam. Grim. Слушай, Сэм, у нас впереди много работы. Может нам все же объяснить? Что было, то прошло. Так, да? Сама говоришь, работы полно. Co to je? Co? Nie wiem o co chodzi, nie chcę tego gadać. Как дела с твоим побочным проектом? Я тут отслеживала трафик инженеров. 60% проходит через одно и то же место. Частный офшорный центр данных. Нам удастся туда влезть? Через сеть не выйдет. Придется идти тебе, причем незаметно. Где он находится? У берегов Англии. Это бывший морской форт. Владелец явно зашибает миллионы за этот хостинг. То есть надо поставить жучок и уйти? Да, и уйти надо тихо, иначе они все сотрут. Добро. Будь на связи. Мне пришел отчет от моего агента в Бенгази. Поговорим позже. Dobra, jesteś z tą gadać już, bo zaraz będziesz gadać w bzdurach. Dobra, co to jest? To nasz centrum dowodzenia? Też pogadać z kimś, nie wiem, talk. No, Briggs, ustroił się? Пока jeszcze nie. Обычно u mnie bywa больше времени na подготовку. ЦРУ слишком неповоротливо, а стремительность – залог успешной операции. Так точно. Просто хотел все лучше спланировать. Привыкай. Dobra. Coś kontynuuj, tylko jest coś, co to jest. Co, jakieś punkty tu mam? Nie wiem, co to. Nie wiem, o co chodzi, to nie gadamy z nim, to... Dobra, pan. Na tym wszystko. Robota z wami cześć dla mnie, sir. Tak, sir. Sir jest, sir, tak. Ty jesteś kim? Co też mogę gadać? Halo, panie. Powtórzcie, связь плохая. Sam nie mogę. Ty jesteś kim? Ten rudy? Transport gotowy, można zaczynać перевозку. Скажите, что вам нужно? Фургон. Окей,
Dobra, już przeszłam trochę tą misję, dobra. Film mi się skraszował, dobra. Pierwszy by się ten nie skraszował, bo się wkurzy na pewno. Tu coś muszę patrzeć, nie wiem. Da, Sam, чуть не забыл, твоя пса. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе SMI. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к SMI, потом малость поднастроить, и можно в пекло. Спасибо. Вау. Co to mam robić? Co to jest? Te, akceptuj, nie wiem. Wow. O, to jest jakaś misja. Chcę na to kliknąć? Nie. Kinuj. Утром один из протестующих у военной базы США в немецком Ансбахе был ранен часовым, посчитавшим его действия подозрительными. 34-летний Гюнтер Шмидт, игнорируя часового, подошел к воротам и получил две пули в ногу. После акции пресловутого черного списка солдаты США везде на чеку. Бенгази. Либания хиба. Либия, я не знаю. Safe room. Safe house. Добра, то что, б. А где себе же старт? Онлайн? Что онлайн? Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончит. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Хобин. Это о чем-то говорит? Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Хобин? Андрей Хобин. Инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ага, он забил его цурка, о, курса. Загадка. Сам есть его цурка, ха добро. Что делать, Сэм? Воу. А что, не знаю, что сделать. Hold missing. Реалисти? Nie wiem, co mam wybrać. O Jezu, lunch. Dobra, to. O, nie. Normal. Hold. Puść CRU popatieć nad Kobinem jeszcze czuć. Mój agent za nim przysмотрит. Co? Pojedziemy czy nie? Co się dzieje? Интересный рапорт, Брикс. Расскажите подробнее. Сэр, я считаю, что нам грозит теракт наподобие событий 11 сентября. Что у нас там в Бенгази? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончит. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. Добра, добра, что там пьедели, честно. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то не договариваешь? Чувака зовут Андрей Хобин. Это о чем ты говоришь? Где это убежище? Ого, паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тут попахивает ЦРУ. А ну тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище, доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут.